Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господь с вами. И со Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, сегодня мы собрались по скорбному поводу. Сегодня мы вспоминаем безвременно ушедшего служителя Божьего, епископа, владыку Ивана Сухарева. И сегодня мы будем служить мессу, поминальную мессу, заупокойную мессу, в которой мы будем молиться Богу друг о друге и о брате нашем почившем. И сегодня особым образом Господь, как утешитель, будет с нами в знаках хлеба и вина, в таинстве своего воплощения, в таинстве своего присуществления. Причастие на этой мессе будет преподано только семье владыки Ивана, просто потому, что необходимо почувствовать вот эту общность именно семейную. А вы все, пожалуйста, принимайте участие в этой мессе. И как всегда, в начале вот этой мессы, прежде чем мы будем исповедовать свои грехи, я приглашаю вас встать, и мы вместе споем известный христианский гимн «Мы у берега земного». У берега земного, там за Блеск солнца.
Братья и сестры, осознаем наши грехи, чтобы с чистым сердцем совершить святое таинство. Исповедую перед Богом Всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог, и, простив нам грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Аминь. Аминь. Кирие Илейсон. Кирие Тебя, всемогущий Боже, чтобы раб Твой, епископ Иван, которому Ты передал попечение о духовной семье Твоей, обретя обильные плоды трудов, приобщился к вечной радости своего Учителя, Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог, во веки веков. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Время литургии слова. Да благословит тебя Господь, достойно возвестить Святое Слово Божие. Слово Божье. Братья, никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господним. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу». Это Слово Божие. Благодарение Богу. Ответный псалом 22. Вкушающий сей хлеб будет жить вовеки. Вкушающий сей хлеб будет жить вовеки. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Вкушающий сей хлеб будет жить вовеки. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Вкушающий сей хлеб будет жить вовеки. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих. Вкушающий сей хлеб будет жить вовеки. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена, так благость и милость да сопровождают меня. Во все дни жизни моей я пребуду в доме Господнем многие дни. Вкушающий сей хлеб будет жить вовеки. Аминь. Уя, аллилуйя, аллилуйя. Давайте встанем.
Господь с вами. И со Духом Твоим. Чтение Святого Евангелия от Матфея. Слава Тебе, Господи! В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Аминь. Слово Господне. Слава Тебе, Христе! Евангельскими речениями да изгладятся наши прегрешения. Аминь. Садитесь. Евангельский текст, братья и сестры, который мы с вами прочитали, призывает нас задуматься о том, кто же найдет покой в Господе. Не случайно этот текст из Евангелия традиционно читается на памятных мессах по усопшим служителям. В этом отрывке из проповеди своей Господь наш Иисус Христос побуждает нас задуматься о многих вещах, которые вводят нас в Его покой. Прежде всего, свою речь Он начинает с укоров к городам. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам». И вот всегда мне было интересно, когда я размышлял над этими словами, а почему Господь не явил такие же чудеса Тиру и Сидону, если Он знал, что они покаются? Ведь Господь не хочет смерти грешника. Но вот первая очень важная мысль, которую здесь дает нам Христос, то, что у Господа для каждого есть своя мера, которую нельзя перейти. Для каждого человека есть некое индивидуальное количество благодати Божьей, чудес Божьих, обращений Божьих, которые нельзя, так сказать, проигнорировать. Поэтому Господь много раз говорит: «Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших». Епископ Иван был тем человеком, который очень хорошо это знал. И поэтому он спешил жить и спешил отвечать на Божий призыв. Мы с ним разговаривали перед тем, как ему выходить на служение, и он сетовал на то, что мало делает для Господа. И сетовал на то, что вот хочется еще, хочется вот как-то большему количеству людей рассказать о Христе. Потому что он очень хорошо понимал, вот Дух Господень пока дает благодать, нужно действовать. Иначе ты уподобишься нечестивым городам, отвергающим призывы Божьей благодати. Вторая мысль, которую здесь Господь пытается донести до нас, это то, что в покой Его войдут не только те, кто не отверг голоса Божьей благодати, но и те, кто был начисто лишен интеллектуальной гордыни. Господь говорит: «Славлю Тебя, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл сие младенцам».
И снова мы можем засвидетельствовать, что в брате нашем Иване не было интеллектуальной гордыни. Человек, который многое знал, многое умел, делал то, что не под силу многим из нас, мне не под силу, никогда не производил впечатления горделивого человека. И жизнью своей являл вот это сокровище Божьей благодати, отсутствие гордыни, умение по-детски, а иногда даже по-младенчески смотреть на этот мир беззлобно и радостно принимая истину Божию. И третья очень важная мысль, которую хочет до нас здесь донести Господь, это то, что в покой его войдут те, кто умеет учиться. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Те, кто будет с Господом в одной упряжке, те, кто откроет свое сердце для учения, вот те будут успокоены Господом. И опять мы можем засвидетельствовать, что брат наш Иван желал учиться, желал узнавать что-то новое. И знаете, вот много раз мы разговаривали с братьями, и когда речь заходила про епископа Ивана, есть вот как бы две категории служителей, говорили мы, teachable и unteachable, да, то есть по-английски. Вот Иван принадлежал к категории teachable, обучаемый. То есть даже если он чего-то не знал, да, он не стеснялся об этом сказать и не стеснялся восполнить недостаток своего знания. Никогда не спорил. И блажен он, потому что Господь говорит: вы научитесь от меня. Будьте со мною в одном иге, под одним игом, в одной упряжке, и учитесь от меня и кротости, и смирению сердца, и найдете покой душам вашим. Поэтому сегодня, читая слова Господа нашего Иисуса Христа, записанные евангелистом Матфеем, давайте помнить об этих трех очень важных мыслях. Кто же войдет в покой Господа? Кто же успокоится с Ним? Тот, кто не отвергает Божьей благодати. Тот, кто смиряет свою интеллектуальную гордыню. И тот, кто открывает сердце свое учению Иисуса Христа. Давайте будем подражать в этом брату нашему Ивану и славить нашего Господа. Аминь. Вставшие, исповедуем нашу общую христианскую веру Никео-Цареградским символом. Верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного несотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено. Ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писанию, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых,
и царству его не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, который вещал через пророков, и во единую святую вселенскую и апостольскую церковь исповедую единое крещение во отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Время молитвы верных. Хотя наши сердца преисполнены скорби, возблагодарим Бога за все блага, которыми Он одарил усопшего епископа Ивана, и возгласим: «Благодарим Тебя, Боже, Отче наш!» Сначала первый антифон, трехчастная молитва, и на каждую часть свой антифон. «За все годы и дни, которые Иван прожил с нами, благодарим Тебя, Боже, Отче наш! За великий дар святого крещения, благодаря которому Иван стал Твоим сыном, благодарим Тебя, Боже, Отче наш! За способности и знания, которыми Ты его одарил, благодарим Тебя, Боже, Отче наш! За его служение благу семьи и других близких, благодарим Тебя, Боже, Отче наш! За его пасторское попечение о Церкви Божией и служителях ее, благодарим Тебя, Боже, Отче наш! За его терпение к нашим ошибкам, благодарим Тебя, Боже, Отче наш!» Вторая часть. Помолимся Богу, чтобы Он принял в свою славу нашего усопшего брата Ивана и принял под свою опеку его дела. Воззовем: «Просим Тебя, Господи!» Чтобы благие дела Ивана принесли обильные плоды, просим Тебя, Господи! Чтобы его дела продолжались и дальше, просим Тебя, Господи! Чтобы Ты простил ему грехи, которые он совершил, просим Тебя, Господи! Чтобы память о нем жила в наших сердцах, просим Тебя, Господи! Третья часть. Помолимся Богу, чтобы Он укрепил веру и надежду страдающих, и воззовем к Нему: «Господи, приумножь нашу веру!» Через Сына Твоего, ставшего человеком: «Господи, приумножь нашу веру!» Через Сына Твоего, Иисуса Христа, бесконечно возлюбившего нас: «Господи, приумножь нашу веру!» Через Сына Твоего, принявшего смерть за наши грехи и воскресшего ради нашего спасения: «Господи, приумножь нашу веру!» Через Сына Твоего, открывшего нам путь к небесам: «Господи, приумножь нашу веру!» Вместе со всеми верными, которые прежде нас вошли в небесную обитель, помолимся, как научил нас Спаситель: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Аминь. Мы будем петь о крови Иисуса и готовиться сердцем к Евхаристии. Thank you.
Благословен Ты, Господи, Боже Вселенной! По щедрости Твоей Ты дал нам хлеб, плод земли и трудов человеческих, и мы приносим его Тебе, чтобы он стал для нас хлебом жизни. Благословен Бог во веки! Через эту тайну воды и вина да приобщимся мы к божеству того, кто благоволил ради нас стать человеком. Благословен Ты, Господи, Боже Вселенной! По щедрости Твоей Ты дал нам вино, плод лозы и трудов человеческих, и мы приносим его Тебе, чтобы оно стало для нас питьем спасения. Благословен Бог во веки! Прими, Господи, нас, стоящих пред Тобою со смиренным духом и сокрушенным сердцем, да будет эта жертва наша пред Тобою ныне угодна Тебе, Господи Боже. Омой меня, Господи, от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь эту жертву из рук Твоих во хвалу и славу имени Своего, ради блага нашего и всей Церкви Своей Святой. Господи, смиренно взываем к безмерной Твоей благости, чтобы эта жертва, которую раб Твой, епископ Иван, во время земной своей жизни приносил величию Твоему ради спасения верных, ныне послужила во спасении Ему через Христа, Господа нашего. Аминь. Господь с вами. И со Духом Твоим. Вознесем сердца. Возносим ко Господу. Возблагодарим Господа Бога нашего. Достойно это и праведно. Воистину, достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий Вечный Боже, через Христа нашего Господа. В Нем озарила нас надежда блаженного воскресения, чтобы, опечаленные неотвратимостью смерти, мы утешились обещанием будущего бессмертия, ибо у верных Твоих, Господи, жизнь преображается, но не отнимается. И когда разрушается ее земное жилище, она обретает на небесах обитель вечную. Поэтому с ангелами и архангелами, с престолами и господствами и со всеми небесными воинствами мы песнь славы Твоей воспеваем, непрестанно взывая. Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, полны неба и земля славы Твоей. Осанна Вышний, благословен грядущий во имя Господне. Осанна Воистину свят Ты, Господи, и справедливо хвалит Тебя все творение, ибо через Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, силой Святого Духа, Ты все животворишь и освящаешь, и неустанно собираешь народ Твой, чтобы по всей земле приносилась жертва чистая имени Твоему. Поэтому смиренно молим Тебя, Господи, силой Духа Твоего, освяти эти дары, которые мы приносим Тебе, чтобы они стали телом и кровью Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. По Его повелению мы и совершаем эти тайны. В ту ночь, когда Он был предан, Он взял хлеб и Тебе, вознося благодарение, благословил, преломил и подал его ученикам своим, говоря: «Примите и вкусите от него все,
ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано. Подобным образом после вечери, взяв чашу и вознося тебе благодарение, он благословил и подал ее ученикам своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. И это совершайте в память обо мне». Велика тайна веры! Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Итак, Господи, вспоминая спасительные страдания Сына Твоего, Его славное воскресение и вознесение на небеса, ожидая Его второго пришествия, с благодарением приносим Тебе эту святую живую жертву. Просим Тебя, обрати взор Твой на приношение Церкви Твоей и прими жертву, примирившую нас с Тобою, чтобы укрепленные телом и кровью Сына Твоего, исполненные Духа Его Святого, мы стали единым телом и единым Духом во Христе. Да соделает Он нас вечным даром Тебе, чтобы обрести нам наследие с избранными Твоими, прежде всего с Пресвятой Богородицей Девой Марией, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и всеми святыми, которые неустанно ходатайствуют о нас. Молим Тебя, Господи, пусть эта жертва примирения принесет мир и спасение всему миру, укрепи в вере и любви Церковь Твою, странницу на земле, со слугою Твоим патриархом нашим Августином, архиепископом нашим Александром, всеми епископами и духовенством, и всем народом Тобою искупленным. Помяни, Господи, почившего Ивана, которого Ты призвал к себе из этого мира. Дай ему, в крещении соединившемуся с Сыном Твоим смерти, участвовать и в Христовом воскресении, когда Господь восставит мертвых из праха земного, явит их во плоти и уподобит уничиженное тело наше славному телу своему. Усопших братьев и сестер наших, и всех Тебе угодивших, ушедших из этого мира, прими милостиво в Царство Твое. Уповаем, что и мы вместе с ними славу Твою созерцать будем вечно, когда отрешь Ты всякую слезу с очей наших. Ибо, видя Тебя, Боже, лицом к лицу, мы все Тебе уподобимся навеки, и Тебя без конца будем славить. Молим Тебя через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого Ты подаешь миру все блага. Через Христа, со Христом и во Христе Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Спасительными заповедями вдохновленные, божественными наставлениями наученные дерзаем взывать: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас, Господи, от всякого зла, даруй милостиво мир во дни наши, чтобы силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам». Невзирай на грехи наши, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умирить и объединить ее, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Мир Господа нашего да будет всегда с вами. И с Духом Твоим. Приветствуйте друг друга миром и любовью. Ну, просто можете друг к другу повернуться и сказать: «Мир тебе». Да. Мир.
caritas et amor ubi caritas Deus ibi est bo fimi там Бог царит, где любовь и мир, там Господь живет. Тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, соединенные в этой чаше, да помогут нам, принимающим их, достичь жизни вечной. Агнец Божий. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя. Тело и кровь Христовы да сохранят меня в жизни вечную. Я прошу подойти сюда семью брата Ивана. Тело и кровь Христова да сохранят тебя в жизнь вечную. Тело и кровь Христова да сохранят тебя в жизнь вечную. Тело и кровь Христова да сохранят тебя в жизнь вечную. Идите на свое место. Садитесь, братья и сестры.
Давайте встанем. Молим Тебя, Господи, в Твоем милосердии к усопшему рабу Твоему, епископу Ивану, даруй, чтобы этой святой жертвой он обрел вечное приобщение ко Христу, на которого уповал и которого проповедовал, и который живет и царствует во веки веков. Аминь. Благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Идите в мире Христовом. Месса совершилась. Помните о брате нашем Иване, помните о Господе Иисусе Христе.